В Гатчинском районе может появиться агрогород с яблоневым садом и комплексом по переработке фруктов. Проект представили губернатору области. Масштабы беспрецедентные. Площадь только одного сада составляет 750 гектаров. Вместе с ним появится индустриальный парк, где из яблок наладит производство соков, нектаров, джемов и детского питания. Построить агрокомплекс предлагает Гатчинский комбикормовый завод. Инвесторы также планируют возвести целый микрорайон на 30 тысяч жителей. На территории появится своя общественная, деловая и развлекательная зона. Однако к этой части проекта Александр Дрозденко относится настороженно. Что нам даст ваш проект для экономики Ленинградской области? Мы получим дополнительную социальную нагрузку в виде 30 тысяч населения, а окупим мы эту социальную нагрузку теми доходами и теми налогами, которые заплатят производство от яблок. Вот для меня вот этот баланс надо считать, без обид. Жилье без производства не имеет смысла. Деловая зона без жилья не имеет смысла. Индустриальный парк без жилья не имеет смысла. Мы не найдем туда рабочих просто. Или возить их там куда-то с Питера. По словам авторов, проект долгосрочный. На строительство агрогорода уйдет около 8-20 лет. Сами разработчики инвестируют деньги в строительство сада и часть индустриального парка. Для реализации остальных идей завод будет искать партнеров. Губернатор предложил доработать проект и увязать его с генпланом района. Руководство области и представители завода договорились о создании специальной рабочей группы, которая детально проанализирует все плюсы и минусы этого проекта.